для тех, чьи умершие кремированы, к хозяину крематория. Если ушедшие кремированные погибли от огня или тяжелых воспалений, то обращаемся к хозяину крематория. Отнесите к крематорию сладкое, цветы, кроме красных и оранжевых, яйца на выбор, сказать. В дар хозяину крематория. И продолжаем. Облегчи участь моим близким, что ушли в огне. Дай им облегчение, прошу заклято. Облегчит, вскоре они приснятся и поблагодарят вас. И, пожалуйста, если вы уже делаете сами, ничего не нарушайте. Как написано дословно, текст записывайте точно, а не примерно. Ставьте на паузу. Я специально говорю очень медленно, чтобы можно было записать. И чтобы просто списывать текст даже бесполезно. Тут нужно эту энергетику почувствовать. Точно именно. Он не пропустит ритуал с искаженным текстом.